Напомним, еще в апреле в городскую думу поступило письмо от Луча с просьбой помочь в оплате коммунальных услуг за 2016 год. Сложности возникли по ряду причин. Во-первых, организация переехала в новое, более просторное помещение. Во-вторых, вся спонсорская помощь ушла на обустройство, ремонт кабинетов и приобретение необходимого имущества. Средств на коммунальные нужды, в частности отопление, у Луча не оказалось. На комиссии по социальной политике депутаты единодушно решили о выделении средств из городского бюджета. Один из актуальных вопросов, который прозвучал на комиссии, это было обращение Луча о погашении 250 тысяч задолженности за коммунальные услуги. Комиссия рекомендовала Думе принять. И на следующий год будет заложена сумма порядка 1 000 000 рублей уже в бюджет. И этот вопрос закроется раз и навсегда. Сегодня в общественной организации «Луч» состоит 250 семей, воспитывающих особых детей. Для ребят организованы всевозможные кружки и секции. Регулярно проходят праздники и мероприятия. Делается все, чтобы лучистые дети могли развиваться.